Друзья мои, всем привет! Посылочка из Китая, опять же с популярным товаром. Ну, как видите, здесь у нас LED strip, то бишь лента. Давно хотел заказать. Довольно-таки популярный товар, уже много кто их перезаказывал, то бишь лента на LED лампочках. Многие заказывают. Не хочу порезать. Вот, то есть товар популярный, пользуется спросом. Кто-то, кстати, я видел, хвалит, кто-то жалуется, кто-то делает сравнение, покупает в магазинах, сравнивает, включает, как он ярче горит, не ярче. Мне, в принципе, это без разницы, мне главное, чтобы светило. Поэтому я не буду вникать в такие прям уж детали. Вот, скажу только, что здесь у нас 5 метров. Ленточка идет в комплекте с пультом, который должен переключать цвета, регулировать яркость, я так понимаю. Ой, что-то высыпается. Вот, пустая. Контактики какие-то. Я вообще нифига не понимаю в электронике. Ну, не в электронике, в электрике именно. Как оно подключается, что и как. Поэтому я подключу потом, конечно же, и покажу. В конце ролика все это будет. Главное, чтобы оно работало. Вот, как оно подключается, я так понимаю, да? Да. Вот таким вот макаром. Здесь у нас как у блока питания. И еще вот такой вот выход. Ну, в общем, ладно, это мы потом разберемся. Давайте посмотрим пока на саму ленту. Вот вам, кстати, как подключать. Инструкция. Мне, точнее. Вот сам блок подключается. Вот так вот блок у нас на что? На 3 ампера. 3 ампера. Made in China. Ну, посмотрим. Кстати, есть просто белые диоды. Здесь, как вы поняли, уже цветная лента. В этого же продавца, ссылочку, кстати, оставлю в описании. Там покупал я за 8,70 или 8,90 долларов. Ну, посмотрим, сколько она сейчас стоит, потому что я не помню. Вот, RGB, то есть цветная. Вот, я брал 5-метровую цветную ленту. Вот она. Ну, должно быть 5 метров. В чем там фишка? Есть это обычная лента, а есть лента влагостойкая. Но мне влагостойкая не нужна, потому что я ее буду вешать не на улице, она у меня дома будет. Поэтому вот. Давайте покажу вам. Размотаю. Немножко погнутая, конечно, наверное, какая-то вообще. Вот так выглядят сами диоды. Это, я так понимаю, у нас место для отрезания, да? Да, судя по всему. Вот, ну и, собственно, вот так он подключается. Еще немножко размотаем. Надеюсь, будет прикольно. Клеится, я так понимаю, это у нас скотч. Да, это двусторонний скотч, поэтому он отрывается. И на двусторонний скотч клеите. Где-нибудь придумаю, где-то под шкафами у меня. У меня малой любит такие штуковины. Да, ну это для, я так понимаю, вот здесь места, где можно отрезать. То есть минимальный по 3 диодика. Не знаю, сколько диодов здесь должно быть, потому что, ну, как-то я не задавался такой целью посчитать. Знаю, лента 5 метров должна быть. Вот. На вот такой вот бобине. Заматываем ее обратно. О, бобина поломанная, кстати. Ну это ладно, это ерунда. Вот, опять же, я не задаюсь целью сравнить ее с теми лентами, которые продаются у нас в магазинах. Я понимаю, что у нас можно купить качественнее. Можно купить, кстати, вот такую же, можно купить еще хуже качество, но стоить она, естественно, будет тоже по-разному. Это китайская лента, она дешевая. Вот, и надеюсь, будет работать. Давайте еще пульт рассмотрим поподробнее. Собственно, вот так выглядит пульт. D1, D2, D3. 4, я так понимаю, может это режим или что, jump, fade, auto, flash, подсветка, быстрее, медленнее, это мигание, я так понимаю. Ну ладно, я пойду подключать, мы разберемся и включусь, конечно же, покажу, ну, может не на мебели, как я его прикрепил, но, по крайней мере, размотаю ленту, подключу и покажу, как вся эта штука работает, поэтому пока не отключайтесь, пока. Итак, как водится, начал подключать. Естественно, у меня не оказалось батарейки. Поэтому доснимаю видео уже немножко позже. Купил батарейку. Здесь нужна батарейка класса
Где он тут? CR2025. CR2025 у меня, вернее, не оказалось там, где я хотел купить. Была только CR2032. Я попробовал, конечно, она сюда влазит с горем пополам. Поэтому будет работать. Вот, вошло. Итак, штекер. Я уже воткнул в розетку. Немножко размотаем наши ленты. Вот такой у нас здесь разъем. Этот штекер подключается сюда. Это передатчик для пульта, я так понимаю, вот. Ну и в этот разъемчик включается наша... А, кстати, здесь нужно смотреть. Видите, вот стрелочка указывает, здесь стрелочка. И как бы это показать, вот здесь стрелочка. То есть нужно, чтобы они совпадали. Вот так вот. Подключили. Ну что, пробуем. Как бы это выставить, чтобы сюда лентой, диодами. Ну вот так вот. И пробуем запускать. Нажимаем кнопочку. Во! Пошла цветомузыка. Разными цветами. Посмотрим по режимам, что здесь. Это, я так понимаю, у нас яркость. Нет, цвета. Вот. Красный цвет. Уменьшается яркость. Кстати, давайте, наверное, немножко свет притушу, чтобы было лучше видно. Вот увеличивается яркость. Да. Зеленый. По-моему, со светом даже лучше, нет? Ну, пускай будет со светом. И синий. Ну и плюс уже идут оттенки, да? Более голубой. Вот, голубой. Такой синеватый. Это типа желтый, оранжевый. Это уже фиолетовый, розовый. В общем, работает. Эти штуки работают. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Это что такое? Не знаю, что это такое. Здесь у нас режимы какие-то. Режим авто. Мигание. Мигание. Quick и slow, я так понимаю, это скорость мигания. Ага, это не мигание. Это он разные режимы использует. Давайте попробуем тогда. Вот, мигание тремя цветами. Это 7. Да, здесь уже используется 7 цветов. Ну и вот, slow и quick регулирует скорость переключения между цветами. О, это я быстро, конечно, наклассил, смотрите. Помедленней. Так, и fade. Это, наверное, да, это затухание. Тоже 3 цвета и 7 цветов. Вот. Это тоже какие-то режимы, подозреваю. Да ничего с ними не происходит. Просто выключается и все. Ну и так достаточно. Ну и авто, я так понимаю, будет просто... А, кстати, вот еще плей какой-то. Что за плей? Не знаю. Включение... А, работает, я же включал его. Включение-выключение работает. Прикольная тема. Авто ставим. Вот. Ну, короче, вот такая вот гирлянда. Гирлянда. Греется немножко. Прикольно мигает. Разматывать не буду. Выключаем и смотрим. Давайте покажу сразу. Здесь вот используется... вот он. Видите, не двусторонний скотч, а просто на скотчевой основе, наклейкой. Снимаете защитную бумажку и клеите, куда вам будет удобно. Ну, если нужно будет переклеить, я думаю, никаких проблем не будет его отодрать, взять двусторонний скотч и опять куда-то приклеить, как оно и есть. Ну, и как я уже говорил, здесь у нас вот места, где отрезаются по контактам этим, делится сама лента. Так, ребят, ну что, вот такая у нас была сегодня распаковочка. Спасибо вам за внимание. Кому понравилось видео, ставим пальцы, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте и Facebook. Не забываем.
Ссылочка на товар в описании, конечно же, смотрите. Кому понравилось, покупайте. В принципе, прикольно. Не знаю, куда я ее еще размещу, но я точно что-то придумаю, сделаем, наведем красоту. Все, ребята, спасибо вам. Пока.